Всем привет, друзья! Если вы меня слышите, то я тоже рада вас слышать или видеть, или думать о вас. Ну ладно, все равно. Здравствуйте, товарищи! И сегодня я, как вы видите, рисую. Я рисую Никанин-чан, одну из моих уэсок. У меня их много, сейчас у меня их 7. Впрочем, если вы меня слышите, я очень этому рад. Рад, люди, рад. Ну, сейчас я вижу, у меня неплохо получается рисовать. Сегодня будет видео намного больше, чем вы думаете. Кстати, да. Мне еще предстоит нарисовать много спидпаинтов. И если на этом запишется звук, я этому обрадуюсь. И если меня будет вообще слышно. Поэтому не надейтесь, что меня будет хорошо слышно, если меня будет вообще слышно. Да, я логичный человек. Хоть это немного и печалит меня, потому что я не должна с логикой дружить, как много кто уже про меня говорил. Итак, как вы знаете, наверное, если вы знаете, у Суэрн Ченнел появилась новая Оска. Да, поздравим Лерочку. Ее Лерочкой зовут. И я так смотрю, еще раз, если я повторяюсь, то извините, я люблю повторять эти слова. 65 подписчиков. Юбилей! Надо было поставить мне сюда песню «День рождения», потому что юбилейчика юбилейчный. Да, у меня сегодня плотный график, и в сентябре, в октябре, только на каникулах, может быть, будет у меня видео, и зимних там. Летом обязательно будет видео. Вы что, мне же надо это прогрессировать на канале. Ну, впрочем, считай, ничего нового у меня нету. Все как всегда ужасно, как я говорю. Что еще-то вам сказать? Поздравим, кстати, Суэрн Ченнел. У нее 15 подписчиков. Да неужели кто-то на нее подписался? Она вчера выпустила, пока я спала, много видео. Я ее поздравляю, у нее улучшился скилл в рисовании. Я не знаю, почему это я все вместе говорю. Во-первых, у нее улучшился реальный скилл рисования, то есть она прогрессирует на глазах. И, кстати, я ей всем подписчикам передаю большой привет. И да, я буду проводить лотерею, то есть буду раскручивать между своими подписчиками там то, что я на вас подпишусь, дам вам свою Оску, если у вас еще нету никого в команде. И если команда уже занята, то ладно. То просто дам вам ВК, будем общаться, я вам дам свой скайп, будем общаться также по скайпу. Фу, у меня аж рот устал. Странно звучит, рот устал. Кстати, насчет прорисовки теней. Вы заметили, что я рисую тени вот сначала. Саму черноту вот эту наношу и стираю лишнее. Потом я стиралкой прохожусь, ластиком прохожусь там по некоторым местам, чтобы стереть, ну, чтобы стереть мне нужные фрагменты. Потом уже только размываю. И в этот раз я решила делать такую уменьшенную часть. И как я сейчас вижу, я пыталась наложить цвет. Ну, яркость я хотела наложить, но нет. Яркость бы тут не сошла за честь. Просто понимаете, ну яркость — это яркость. Да, яркость — это яркость. И сейчас идет песня Pegasus Device, русская. Перед этим шла песня Джикс или Джинкс. Джинкс. Я обожаю этого персонажа, Джинкс. Я хотела сделать вообще-то 8 осок, но... Потому что хотела создать Джинкс в креаторе. Но все-таки решила не создавать, потому что это что такое будет, когда я буду рисовать всех своих осок? Это займет часов 8. А я сижу не целыми днями в компе, не подумайте такого. Хоть я и снимаю видео там с перерывом на час, но я гуляю. Поэтому я не каждый день сижу часами в компьютере там и видео такие. Ну, такие. Сейчас я рисую прическу объемную этой.
Никани. Ее полное имя, кстати, Никани Чан. Никани Чан, да, она. Потом, кстати, это у меня тема космос. Потом будет вот сам космос накладываться. Вообще кайф. Рисовать хоть и прикольно, но с мышкой это нужного эффекта не добьешься. Поэтому иногда приходится стирать эти линии грёбаные. Но я так думаю, что с граф-планшетом будет не лучше. Потому что к графическому планшету это надо привыкать. Хотя к мышке вообще я не могу привыкнуть. Она очень трудно поддается дрессировке. Особенно моя. Я ее очень много рисую, я стираю поверхность стола, это капец. За 5 лет рисования, или сколько я там рисую? Года 4 или 3, или 2. Ну, примерно года 3-2 так рисую. И у меня мышка уже вся засранная. Извините за выражение. Она реально вся как грязная, как это. И мне ее пошоркать даже некогда. Ой, я шуркаю, пока что я свободна, я могу ее пошуркать. Люблю убирать грязь. Ребят, если меня слышно, спасибо вам за все, за то, что вы у меня есть. И да, те, кто у меня в команде, скиньте мне свои пони-коды, а то я уже это... Мне скоро команду надо будет свою рисовать, а у меня ваших пони-кодов всех нету. И тем более, что я буду искать вас. Вы мне просто напишите, я вас нарисую всех-всех-всех и с собой вместе. И поставлю себе на аву моей группки. Кстати, ВК будет в описании. У меня много ВК. Я вам оставлю тот, в котором я сижу. И на этом хватит. То есть я сижу сейчас в Амиго. У меня такая сеть Амиго. И у меня новый ВК. Да, я сижу в Союзе, не в ВК. В Союзе. Я в Союзе. Ну, понимаете, я там язык на советский изменила. И я теперь сижу в Союзе. Поэтому ничем не удивляйтесь. В Союзе той, как ВК. Впрочем, я сейчас вставлю свою подпись. Это А, буковка А с бесконечностью, то есть А Анатольевна. Блин, я, наверное, зря сказала свое отчество. Ну ладно, в общем-то, вот рисунок. И всем пока!